Я нашел. Садись в лодку. Держи. Уже хватит. Отец? Что? Что-то изменилось? Лес стал каким-то другим. Все изменилось, мальчик. Ты поменьше об этом думай. Ладно. Это последнее. Вон там я вижу маму. Вон там отца я вижу. Вон они зовут меня. Вон они зовут меня. Вон они зовут меня. Вон они зовут меня. Вон они зовут меня.
Теперь все. Найди путь домой. Ты свободна. Прости. Зажми. Этот нож был ее. Теперь он твой. Охоте учила? Чему умела? Покажи. Сейчас? Да. На кого идем? Ты идешь на оленя. Куда? Туда, где есть олень. Ладно. Сюда. Отец, почему именно сейчас? Я должен знать, что ты выдержишь дорогу. И пойдем в горы? Зависит от тебя. Вперед. Что ты нашел? Следы, но не оленей. Поищу еще. Еще следы? Да, но круглые. Наверное, дикий кабан. Хорошо. Ой, что теперь? Идем сюда. Хоп! О! Стой! Следы оленя, свежие! Сюда! Помедленней. Прости. Ты охотишься, а не бежишь на перегонки. Да, отец. Он сломал мост. Как же нам перебраться? Отойди. Ого. Иди. Ого. Что тут было? Вот же он. Стой. Что ты делаешь? Ты же его спугнул! Будешь стрелять? Будешь стрелять, когда я тебе скажу. Извини меня. Не извиняйся. Стань лучше. Ищи его. Я сказал, ищи. Нет, ты не готов! Назад!
Аугар. Они раньше не подходили к нашему лесу. Иди дальше. Куда? Пошел в старый храм, но мама запретила туда ходить. Мы делаем, что хотим. Оправданий не нужно. Теперь вернешь мне лук? А ты отсюда попадешь? Подойдем ближе. Я много раз охотился с мамой, а ты меня никогда не брал. Почему же теперь? Она так хотела, и пришла пора. Ясно. Ворота должны открываться. Открывай! Ее заморозил. Ну... Ух ты! Отец, смотри! Жди моей команды. Дыши. Не думай о нем, как о животном. Это просто цель. Очисти разум. Я справлюсь. Стой ровно. Не шатайся. Я попал! Хорошо. Еще живой. Где нож? Нет. Закончи то, что начал. Сын, совсем? Посмотри! Посмотри на меня! Сын, остановись! Мы смогли. Но ты не готов. Что? Почему это? Я нашел оленя.
Я доказал тебе! Почему не готов? Мы идем домой. Я не болел уже очень давно. И я смогу. Ты еще совсем не готов. Иди в дом, сын. Ты вышел из себя. Этот урод хотел нас убить. Ты тоже злишься в бою? Злость станет оружием, если ее подчинить, использовать. Ты этого не умеешь. Когда ты... Я уже давно не болел. Мне лучше. Ладно. Ну, давай. Мне тебя ударить? Да, попытайся. Что ты... Давай еще. Ну вот зачем медленно. Ты... Медленно. Давай еще. Хватит! Нет, слабо. Еще. Еще. Хватит! Еще! Твоя злость застит тебе глаза. Впереди тяжелый путь. И ты, Атрей, к нему явно не готов. Что это? Тише. Выходи! Ни к чему теперь прятаться! Я про тебя все теперь знаю! Что происходит? Кто это там? Более того, я знаю, кто ты! Сын, лезь в подпол. Живо! Ты же запретил туда лазить. Кто это? Я не знаю. Чего он хочет? Я не знаю. Лезь. Просто ответь мне на вопрос. И обойдемся без кровопролитий. Я думал, ты крупнее. Хотя ты явно тот самый. Далековато забрался, да? Что тебе нужно? О, зачем же ты спрашиваешь, если уже знаешь ответ? Ты меня явно с кем-то перепутал. Лучше уходи. Надо же! Я-то думал, что вы все из себя такие высшие существа, а не чета нам, такие умнее. А ты просто забился в эту лесную берлогу, как трусливый зверь. Ты зря нарываешься. Ну, конечно, не зря. Пошел из моего дома. Ну, для этого тебе придется меня убить.
Я предупреждал. Наконец-то! Ты не послушал. Нет. Нет, 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 нет. Нет, нет, нет. Так дело у нас не пойдет. Ладно. Тебе... Какое жестокое разочарование! Давай же! Ты скучен! То, что я хочу знать, и боль уйдет. Почему тут две кровати? Прочь из моего дома! Задел за живое, да? Медлителен и стар. Не надо было тебе приходить в Мидгард. Ну что, еще разок? Слишком много слов. Не хочешь говорить? Ладно. Может, тот, кого ты прячешь в доме, захочет. Кто там? Кого ты от меня прячешь? Сейчас узнаю. И скоро выдохнешься. Но прежде чем ты умрешь, знай вот что. Я ничего не ощущаю. Ух!
Ты же сам видел. Ты не можешь причинить мне вреда. Ничто не может. Эта драка бессмысленна, как и твое сопротивление. Можно было без этого обойтись. А, ты жалок! Тебе не победить! Я ничего не ощущаю! А вот ты ощущаешь все! Ну не сдаешься! Я же не мой брат! Если бы ты сказал мне то, что мне нужно, все бы закончилось иначе! Но нет! Покончим с этим! Я-то надеялся, что из всех, кого я встречал, хотя бы ты заставишь меня ощутить что-то, но ты не смог. Это был. Он меня знал. Знал ли он о моем прошлом? Как они нашли меня спустя столько лет? Фэй, что мне делать? Наш сын не готов нести твой пепел на вершину горы. Я не знаю, как это сделать без тебя. Но оставаться тут нельзя. Сын. Вы там как? Я думал... Все хорошо? Все хорошо. Идем. Собирайся в путь. Мы уходим. Я же не готов. Так и есть. Но выбора не осталось. Докажи мне. Докажу. Кто это? Я не знаю. Чего он от нас хотел? Мы же ему никто. Ты его убил? Я сделал то, что должно. Ты мог умереть. Не оставляй меня одного, ладно? Ладно. Вверх. Ты раньше убивал людей? Ты это умеешь.
Мы делаем, что нужно, чтобы выжить. Я понимаю, звери. Они пища. Драугры, они и так уже мертвы. Но люди, они же тоже хотят выжить. Закрой свое сердце. На пути нам предстоит столкнуться с самыми разными тварями. Не пускай в свое сердце их отчаяние. Не пускай их страдания. Не давай себе сопереживать им. Они тебе не станут. Я понимаю. Там висит ведро. Наверное, для приношений. Говорил, кто поклоняется Одину, кладет в ведро приношение и вешает повыше от воров. Оно старое. Глупо. Что глупо? Поклоняться богам? Богам плевать на них. Люди не должны поклоняться монстрам. Отец, по пути мы встретим других людей? Да. Мирных? Нет. Грабителей? Возможно. Да. А. Смотри. Раньше весь наш лес защищала полоса деревьев. Но вон там в ней прореха. Это ты срубил? Она выбрала деревья для своего костра. Я не понимаю. Идем. Не оглядывайся. Так сколько времени уйдет на дорогу до горы? Я не знаю. Успеем до зимы? Не знаю я. Ладно, ладно. Смотри. Ладно. Поселение йотунов. Йотунов? Великан. Ты можешь прочесть? Не все. Мама научила меня языкам, которые знала. Они вроде как родственны, поэтому я могу иногда разобрать смысл в незнакомых. Иди. Ага. Вон гора! Идем! Погоди! Крепкий! Видишь? Помоги! Помоги, отец! Держись! Скорей! Я сорвусь! Держись крепче! Я сейчас! Все обошлось. Хватит бегать. Спешка дорого стоит. Прости. А, снова драугры. Но эти не движутся. Они мертвы? То есть, совсем мертвы? Сын. Живые, живые! Помни, меткость важнее скорости. Это последний. Ну как, лучше? Все равно спешишь. Не надо, пусть даже выстрел будет один. Контролируй себя. Посмотри. Читай. О, тут раньше был рынок. Давным-давно великаны торговали тут с богами. Интересно, бывал ли тут Один? Смотри, наверху! Кто-то ломится сюда! Кто-то ломает стену! Смотри, там наверху проход. Ты слышишь? Что это? Увидим. Не отходи.
Что это? Мы пойдем на это жуткое пение? Но не для твоих стрел! Стреляй! Это была настоящая вельва! Никогда не думал, что увижу! Ты сказал, что нас могут попытаться ограбить! Я убью того, кто рискнет! Я не боюсь! Если придется драться с людьми, ты отойдешь в сторону, понял? Но я умею сражаться! Я запрещаю тебе ввязываться! Разговор окончен! Мертвецы, думаешь, тут безопасно? Думаешь, безопаснее там? Фу, что за вонь? Давай! Это скитальцы? Нетронутые, гляньте! Быстро разводите костры! Зигмунд, ножи! Уже столько дней без мяса. Мясо? Это мы? Назад! А вдруг перекинуться? Живыми будем держать, а мясо отрезать понемножечку. Сражаться я буду один. Отец, помоги! Отрей! Мальчик! Закрой свое сердце. Идем. Нам предстоит долгий Найди, за что мне зацепиться. Ладно. Атрей, цепь. Да, цепь, точно. Ты ушел в свои мысли. Не думай, он бы тебя убил. Я знаю, так было нужно, я знаю, просто... Тогда идем домой. Что? Так быстро сдаться, едва начав путь. Стой, нет, я не сдался, я справлюсь, я просто... Мне надо, ну, отдышаться. Поднимайся, я готов. Слушай меня. Чтобы хорошо сражаться, воин не должен сочувствовать врагу. Впереди у нас долгий и трудный путь. Мальчишке на нем нет места. Ты должен стать воином. Чего разлеглась? Вставай уже! Ну, пошла! Ленивая тварь никак не хочет идти через мост. Ее напугало что-то там, за деревьями. И что там? Отец, брось топор вон в те деревья за мостом.
ты был прав. Эй! А пацан-то глазастый, я смотрю. Ты ж пацан, да? Но! Как ее имя? Да не знаю. Мое имя эта скотина не спрашивала, вот и я ее не спросил. А твое? Брок. Вера Логан. Ха! Слушай, ты мне, конечно, не поверишь, но это твой топор. Его я лично сделал. Вместе с братом. Это один из лучших. Смотри, никому не давай его чинить, кроме нас двоих. Дай! С ним надо умеючи, а то ведь так напортить можно. Слышь, мужик, а хочешь, я его тебе прямо сейчас подточу, а? Ну, что скажешь? Я! Ты прав. Я тебе не верю. Идем, сын. Внизу рукояти есть руна по форме, как вилы. Дигр, пикье, тумбар, бакру. Это было наше клеймо, пока мы с братом не разбежались. Вот у меня его половина, видишь? Ну чё, мне с ним поработать или как? Хорошо. Но смотри, чтоб улучшил. Ищу. А где вторая половина клейма? У моего тупорылого брата. Зато весь талант у меня. Гляньте. Смотри, не спугни. Наш приятель снова прячется за деревьями. Давай, бросай свой топор. Для меня найдется место? Только не сломай мне там ничего. Видал? Видал, как я бью? Приемлемо. Приемлемо, ишь ты. Знаешь, что приемлемо? Твоя стойка! Ты в дерьмо наступил? Эта дорога ведет к горе. Примерно в ту сторону, ага. Ну что? Рад встрече, Брок. Придумаю имя твоей звезды. Имя ей – сраная благодарность. Эй, сраная благодарность! А ну, иди сюда. Ну, хорошо. Ты бросил меня в бою. Да. Люди – это одно. Со всеми прочими ты сражаешься, пока я не остановлю или мы не погибнем. Ясно? Выполняй обязанности или повернем назад. Я понял. Хорошо. Сюда. Ух ты! Никогда не был так близко к горе. Огромная. Жаль, мама не увидит. Идем, сын. Эй, посмотри! Что это? Мальчик. Смотри, тут начертаны руны. Что сказано? Вдвоем, втроем ли, мы станем одним. Но одному не быть таким. Загадка? Может, где-то тут есть подсказка? Кольца вращаются! Спускайся! Мальчик, и что нам говорят руны? А, тут сказано «семья». Это не подсказка, а ответ. Из одного не выйдет, смотри. Да? Напиши эти руны ножом на песке. Чего? Кинслоу. Что-то есть! Работала!
Сын, чьи следы? Может, кабан? Не знаю, но я найду. Иди. Воину важно не терять свои навыки. Слышу впереди твою добычу. Я знал, что кабан. Теперь не спеши. Натягивай до груди. У кабана толстая шкура. Я же попал, да? Я попал, но стрела отскочила. Может, он волшебный? Сам как думаешь? На вид это очень странный кабан. Так догоняй. Локоть вверх, не дрожать, спокойно. Не спеша и точно в цель. Попал! Не упусти. Мальчик! Где ты? Атрей! Он замедляется! Что вы наделали? Прости! Атрей!